находимся в одной из самых низких мест Карабаха, 397 метров над уровнем моря. Жарко довольно. Мы возле Тиграна Кята, руины которого были недавно открыты, и нашли еще такой вот холодный источник, который выходит в пруд. Ну, собственно, пруд наливается с этих источников. Такой огромный массив, да, камни. Такой монолит, да, получается. И в монолите в этом или между, может,